Еще 197 ставропольцев излечились от коронавируса. Всего же с болезнью справились более 61 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 358 жителей края. 18 пациентов скончались. Единственным способом победить пандемию по-прежнему остается вакцинация. Иммунизация бесплатна и доступна для всех. Чем запомнится лето 2021-го и как начнем новый учебный год? 30 августа губернатор Владимир Владимиров проведет прямую линию. Трансляцию можно будет посмотреть на своем ТВ и ОТР. Проект также поддерживает интернет-портал «Победа-26», газета «Ставропольская правда», издательский дом «Периодика Ставрополья» и Центр управления региона. Задавайте вопросы по телефону доверия губернатора 74-81-88 или запишите свой видео-вопрос и отправьте на номер WhatsApp 8-928-350-80-70. Итак, 30 августа в 17:30 включайте свое ТВ или ОТР. Ставропольские школьники узнают историю края из нового учебника. Его презентация прошла в региональном отделении Российского военно-исторического общества. Учебник «История Ставрополя» состоит из трех частей и предназначен для детей с 5 по 10 классы. Его уже отправили во все средние школы края. В учебник вошли данные из госархива, музеев и исследований ставропольских краеведов. Информация дополняется цветными иллюстрациями и картами. Над созданием больше 5 лет трудился коллектив из 27 авторов. Для нас это определенный этап жизни на самом-то деле, вот, потому что приходилось сотрудничать с коллегами-учителями, приходилось тесно общаться с музейными работниками, учеными, которые являлись авторами учебника. Вот, и я думаю, что это замечательное издание. У нас в преподавании никогда не было карт такого качества и вообще по такому количеству исторических периодов. Это уникальные иллюстрации, взяты они из архивов Ставропольского края. И, безусловно, те тексты научные, которые воплощают вот сейчас как раз-таки все современные сведения научные по истории Ставрополя. Поэтому учебник действительно уникальный. На презентацию пригласили авторов учебника, а также ученых, педагогов и представителей власти. Принял участие в мероприятии губернатор Владимир Владимиров. Он первым поддержал идею создать такое пособие. Глава региона подчеркнул, что это очень важно и интересно наблюдать, как прошлое малой родины отражается в тысячелетней истории Отечества. Очень бы хотелось, чтобы вот те, не знаю, замечательные чувства и чувство гордости за свою родину были не только у нас, у взрослых, а чтобы они воспитывались у наших детей, и те исторические события, которые описаны в трех томах, они все-таки лягут, знаете, основой того, что захочется вернуться себе в край и написать свою историю, продолжить историю Ставрополя. В селе Ивановском Кочубеевского округа продолжается капитальный ремонт поликлиники. В здании заменили кровлю, окна, провели новые коммуникации и уже занимаются отделкой помещений, сообщает Управление по информполитике правительства края. Работы ведутся в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В Туркменском округе отремонтируют 3 километра региональной трассы Светлоград-Летняя Ставка-Кучерла. Как рассказали в региональном Миндоре, специалисты уложат на отрезке новое асфальтобетонное покрытие, приведут в порядок обочины и нанесут свежую разметку. Работы пройдут в рамках госпрограммы развития транспортной системы.